Приветствуем вас. Расскажите, как вас зовут и первый раз ли вы за рулем электромобиля? Здравствуйте, да, меня зовут Вилада, я из города Чистополь, Татарстан. Мне очень комфортно за этой машиной, вообще стаж вождения у меня маленький, но пробовала я на разных машинах. И такое впервые, очень мягко, удобно. И думаю, как для девушки это очень удобно, потому что мы часто отвлекаемся на все. А тут не нужно отвлекаться на машину. Вообще здорово. Я бы хотела себе такую машину, и это будет, наверное, одна из моих целей. Спасибо, спасибо. Так, спасибо. Она бесшумно и ласково двигается. И вот, смотрите, как будто... Я не буду гонять, не могу позволить, гоняемся бархатные сезоны, территория практически пешеходная, но, ребята, это чудо! Выкидывайте все свои углеводородные эти вонючки, которые портят нашу экологию, и пересаживайся на такие джипы. Нормальные пацаны, посмотрите, ездят на таких-то чивах. И девчонки тоже, они все наши будут. Все, класс. Благодарю Александра Сереженькина, он молодец. Друзья, всем привет, меня зовут Иван Чернов, я из города Йошкар-Ола. Я первый раз прокатился на электромобиле. Это электромобиль Джак. Просто машина бомба, блин, вообще не шумит. Едешь, повороты четко входит и разгоняется за 9 секунд до 100 километров. Ну просто машина, просто хочется ее просто взять и забрать. Просто супер машина, это то будущее, которое уже вот оно доступно, вот оно здесь, вот его можно пощупать. И в будущем все будут ездить на электромобилях. И наша страна, планета Земля будет намного чище, потому что не будет вредных выбросов. Всем пока!